на месте. Хорошо. Мы приветствуем Риту. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. У нее вокруг нее. Да. Я не знаю, это как типа пластика или стекла прозрачное, что-то шар такой большой. Она стучит в него. Не слышит нас. Хорошо. Даю команду на 4. Этот шар выходит из ее биополя и полностью отключается, отправляется в клетку-тюрьму. Уменьшаю шар в размерах. Все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы с этим шаром тоже отключается. Сканер помогает. Отключает, выводит это все. Шар выходит вместе с подключками и отправляется в клетку-тюрьму. В шаре вода. Вода. Немного, но вода. Ну, спрут, скорее всего. Будем смотреть. Готова, она приветствует. Хорошо, мы приветствуем Мариту. Нам нужно разрешение на работу. Вы даете его? Да, да. Хорошо. И я даю команду на 4. Сканер сканирует пространство над головой Мариты, под ногами 360 градусов вокруг нее. 7 тонких тел Мариты находит все. Ну, у нее арахноид. Арахноид. Спрут. Спрут. Лизард. Лизард. Джин. Джин. И без. И без. Больше каналов нет? Нет. Чей этот шар? Спрута. Спрут. На каком-то основании установил этот свой шар. Тебе давал кто-то разрешение? У тебя есть контракт с ней? Контракта нет. Нет. Отлично. Получает спрут удар 100 тысяч герц. Удар. Идем дальше. Без. Считай герцовку над головой. Спрут говорит, что ты ему мышцу поранил. Я тебя сейчас брошу в галактическое ядро. Если Марита скажет, тебя сбросит в галактическое ядро, я тебя туда сброшу. Но он забился в угол. Кого ты спрашиваешь? Я спрашиваю беса герцовку над головой. Девятка. Сколько ты находился в этом биополе? 1 год и 3 месяца. Хорошо. Джин, считай цифры над головой. 38, 74. Синий джин, да? Синий джин. Сколько ты находился в биополе? 8 лет. С какой вещью попал? Он в дом попал. В дом попал. Хорошо. Лизард. Сколько находился Лизард в этом доме? В этом биополе? 4 года. Сколько находился Спрут? 2 года. Ты случайно не подцепился во дворе, там, где этот пруд? Он не просто не подцепился, он связан со всем с этим. Ах, вот. Он там находится тоже. Понятно. Я что-то сейчас четко и ясно это увидел. Значит, у него там есть подключки? Да. Хорошо, я рахнует, сколько ты находился в этом биополе? Подожди, Спрут, он слово идет купель от него. Ну, купель можно так тоже назвать. Хорошо. Рахнует 5 лет. 5 лет. Кто из вас присутствует в квартире? Арахноид, Спрут на улице. Джин в доме и Бес тоже в доме. Да, Джин и Бес. Хорошо, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. Я даю команду тонкой копии Мариты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низкообрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились, я даю команду. Сущности подходят каждый к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкообрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Мэрите. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить, от них возвращается к ним. Опиши. Туда вода возвращается. Пузырьки какие-то. А беса она с кошками кормит на кухне. Ах, и бес кушает вместе с кошками. Бес, ты мне скажи сразу, ты кошек мучил? Или там черт еще есть? Черт есть. Понятно. Это он надел. А на улице демон. А на улице демон. Понятно, хорошо. Если черт одел носочки на кошек, а он одел, я ему ничего не дам. Я намеревался собрать весь негатив в доме. Тебя это интересует вообще? Как же? Ну, тогда кооперируй со мной. Я и не против. Хорошо. Закончился реверс. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Мэрита забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Лизард, на какую частоту ты зашел 4 года назад? Что это было? Плачет, он показывает. Плачет. И дышит как-то тяжело. И тяжело дышит. Я еще ни разу не видел Лизарда, чтобы он заходил на тяжело дышать. Лизарды заходят на пороки людей. Но нет, он зашел на эмоции, которыми можно управлять, усугублять. То есть эмоции плача ты можешь усугублять, да? Чтобы человек плакал или еще что-то. Может усугублять эмоциональные составляющие, которые приводят к стрессу, к плачу.
чувством, которое накапливается тоской, виной внутри, он показывает комок. Откуда эти чувства, вот эти вины, откуда они берутся? Они там были или что? Или это кто-то подкинул? Или транслировал? Усугубил. Усугубил, понятно, хорошо, значит, они были. Ну, мы это можем убрать, да, Вера? Этот комок, ты его видишь? Я его вижу, я думаю, Лизард его будет убирать. То он накопленный. Понятно, хорошо. Реверс закончился. Отлично, хорошо, реверс закончился. Начинаем тогда с процедуры. Уберем все. И без, выходи, отключайся полностью. Вытаскивай все, что ты оставил. И скажи мне, есть лярвы биополя Майриты? Сердечная чакра. От Лизарда? Надышать тяжело. От Лизарда, понятно. Хорошо, ты хочешь забрать эту лярву? Да, он хочет. Тогда снимай все, что ты оставил, и доложи мне на месте, что ты все снял. Потом я дам тебе отдельную команду. Приступай. Он гольфики оставил. И с рук он снимает красные какие-то энергии. Кошек она гладит, и от них она собирает. А кошки собирают по дому, да? Негатив. Или они сетка выделили? На одной из них. Сетка. Хорошо, все уберем. Низковибрационная. Черта или без? Черта. Это ж паразит. Ты снял. Хорошо. Разрешайте забрать все лярвы, которые находятся в биополе Майриты. Забирай и возвращайся назад. Приступай. Да, он снял большую лярву на груди. Хорошо. Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю свою пыль. Все подключки, все назад. И докладываем мне готовность к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он может просто сгореть. Я вас предупредил. У него руки до плечей, порошки. До плечей в синих порошке. Понятно, хорошо. Частицы. А ты что делал? Гонял ее работать? Да, работать нужно, работать. Денежку зарабатывать, да? Джину. Да, собрался. Лизард, выходи, забирай все, что ты оставил в биополе, ничего не забывай. И возвращайся, приступай. Да, он вынес этот комок, он круг. Или Лизард, можно сказать, он в середину встал и вынес это как его место, где он оттягивает, вот это усугубляет, как говорит. Понял, хорошо, он уж забрал все. Спрут, что-то осталось на твоей чистоте, посмотри. Подожди, вот этот Лизард-то идет, что он снял камень сердца. Как этот камень выглядит. Хорошо, значит, там еще фантомы остались, наверняка, от этой боли. Идем дальше. Спрут, что-нибудь осталось на твоей чистоте? Подключки? Да, у него есть подключки на плечах. Присоски есть. Выходи, отключайся полностью. Если есть еще жидкость своя, забирай и возвращайся назад. Готово. Отлично. Арахноид, выходи, собирай свою паутину. Ничего не забывай, приступай. У меня сетка на голове из паутины. Угу. Волосы. Мигрень была? Иголки он вставлял? Нет, у него каша. Каша в голове. Это сетки. Каша – это ухудшение памяти. Потеря концентрации. Потеря концентрации. Понятно, хорошо. Готово. Хорошо. Что с этим шаром делать? Спрута. Он нам нужен? Нет. Открывая по ним портал в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрывай, печатывай, растворяй. Хорошо. Все убрали. Я даю команду на рассинхронизацию Майриты с арахноидом, спрутом, лизардом, джином и бесом на счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Готово. Включай внутренний биосвет Майрите. 1, 2, 3. На счет 3 она выдалит из себя этим светом все негативные патогены низкой вибрационной энергии, находящиеся в ее биополе на частотах интерферентов. 1, 2, 3. Все остаточные энергии выдавливаются и формируется в шар перед ней. Пошел процесс. Она не знает, как выдавливать. Я подхожу к Майрите, и вы должны просто отпустить все энергии, которые вам не принадлежат, чужеродные, которые остались от спрута, от арахноида, лизарда, джина и беса. Я вам помогу сейчас, кладу свои руки и помогаю, даю поток энергии, пошел. И все остаточные энергии, все это выходит и формируется в шар. Но она расслабилась, из нее пошел поток энергии чужеродных. Так и должно Готов быть. Готов шар. Большой? Нет. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. На чистое. Хорошо, подхожу к Майрите, помогая моей энергии сделать импульс высокого вибрационного шока удара, отсигнуть от себя все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3, 1, 2, 3, удар.
отлетает каналы. Открывая портал в галактическое ядро, канал улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, без. Мне еще нужен один ответ. Скажи мне, тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует. Тогда дай мне тогда информацию, что там является основной причиной, из чего все вытекает. Я буду зачитывать текст, а ты мне потом скажешь. Выходит эмоциональный фантом Мейриты 1, 2, 3. Проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низковибрационную эмоциональную энергию. Генерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Да, есть фантом. Мейрита, вы готовы расстаться с этими энергиями? Готова. Вами? Отлично. Сворачиваете энергии в шар. Забираешь без? Забирает. Хорошо. Итак, какие там энергии самые важные? Что это? Страх, боль, вина, они делают хаос внутри нее. Понятно. И собирают вот этот камень на сердце. Хорошо. Рита, вы слышали ответ. И приходит Лизард и усугубляет все это. Конечно, все становится в 10 раз сильнее. Готово. Отлично, хорошо. Он все забрал, значит, я тогда буду отпускать сейчас беса и джиннов вместе со спрутом и арахноидом в квартиру. Я буду открывать два портала. В один идут низковибрационные, во второй идут космические. Итак, открывается сейчас портал в дом Мейриты. 1, 2, 3. И бес вместе с джином уходит в этот портал, собирает все, что они там оставили, и дожидается меня. Закрывай, печатаю, растворяй. И открываю второй портал сейчас в дом Мейриты. 1, 2, 3. И в этот портал уходят арахноид и спрут. Собирает все, отключается полностью, потому что я все буду там запечатывать и дожидается меня. Все понятно? Да, понятно. Отлично. Уходите в этот портал, дожидайтесь меня. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Хорошо, Лизард, ты готов уходить? Да, готов. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Лизарда. 1, 2, 3. Лизард забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо, поехали по частотам. Есть. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Мейрита, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Наполненной, радостной и счастливой. Замечательно. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Мейриты в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Есть. Отлично. Отключаемся от объекта. Дом ты видела. И на счет три ты стоишь перед входной дверью дома. 1, 2, 3. Ты перед домом. Да, я здесь. Входи в дом. И я даю команду на счет три. Фу, здесь паутины столько. Арахноид, рептилоид. Репт. Сколько греев? 1. Еще кто? Джин, бес, черт, три воронки. Под воронками открывается портал в галактическое ядро, они уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, арахноид, с тебя и начнем. Ты, я как понял, не все еще собрал. Выходи, собирай всю свою паутину по всему дому. Ничего не забывай и свое потомство. Приступай. Возвращайся назад. Он собрал. Хорошо. Ты готов уходить? Да. Больше в этот дом не приходи, я все буду перекрывать здесь. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатаю, растворяй. Да, готово. Рептилоид с греями, сколько вы находились в этом доме? 7 лет. 7 лет. Где стоят ваши платы? Здесь в зале портал большой, космический. Понятно. Платы стоят. Тогда давай сделаем так, Грей. Выходи, отключайся полностью, собирай все свои платы, ничего не забывай. Приступай. Готово. Хорошо, рептилоид Грейм, вы готовы уходить? Готово. Открывается наверху два портала. Один на частоте рептилоида, один на частоте Грея. Грей уходит в свой портал, рептилоид уходит в свой портал. Закрывай, печатаю, растворяй оба портала. Готово. Хорошо, Джин, ты все... Пыль собрал, все свои подключки по дому? Все собрал, все, как и обещал. Хорошо, я как обещал, отпускаю тебя. Но я тебя предупреждаю, больше в этот дом не приходи, к этим людям тоже. Все понятно?
Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте джина. 1, 2, 3. Джин забирается, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо. Без. Все собрал? Да. Хорошо, переходим сразу к черту. Считай герцовку черта над головой. Пятерка. Пятерка. Черт, это ты мучил кошек? Че молчишь? Они пожаловались, я пришел разбираться с тобой. Говорят, я их не мучил. Сейчас посмотрим. Выходи сначала, собирай все свои комочки, все свои одеялки, все, что ты раскидал по этой квартире. И возвращайся к клетку назад. Приступай. Готово. Хорошо. Я даю команду, на счет три появляется рядом тонкая копия кошки Мока. 1, 2, 3. Мока стоит перед нами. Да, она стоит. Привет, Мока. Мы пришли тебе помочь. Тут говорят, тебя обижают. Она в носках, Вера? Носков я не вижу. Она ногу подняла задней, как-то дергает ей. А что там? Нет, ничего не вижу. Хорошо, включай внутренний белосвет кошки. Моки 1, 2, 3. И этим внутренним белосветом помогай выдавливаться все эти негативные патогены, чужеродные энергии, которые находятся в ее биополе. 1, 2, 3. Все это выходит и формируется перед ней в шар. И все, что на ноге задней, выходит, вытаскиваем это... До последней частички тоже летит в шар. Выходит что-то, Вера? Она в какой-то энергетический капкан наступила. Понятно. Лапкой, да? Да, вот он вышел, этот капкан. Вот так вот. У нее судороги были. И от этого судороги были? Правая лапа, да. Понятно. Хорошо. Все сейчас вышло? Большой шар? Круглый, небольшой мяч. Открывая под ним портал в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. И в макушку головы кошки Моки начинает поступать необходимое количество кошачьей энергии. Ей комфортно. 1, 2, 3. Энергии пошли. 4 потока пошли энергии. И поднимаем частоту вибрации до ее комфортного состояния. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Мока. Ну, как тебе? Лучше сейчас? Хорошо? Она порталы видит, она просит их закрыть. Ей неприятно порталы внизу. Понял. Я закрою все порталы сегодня в этом доме. Их ничего больше не будет. И поставлю защиту. Тебя устраивает? Да, доволен. Отлично. Хорошо. Ты хочешь что-то хозяйке передать? Может, тебе хочется какой-то отдельный корм или что-то там, пожелания, какие у тебя есть? Я могу передать. Она это сделает. Хотелось бы тебе чего-нибудь? Ей нравится, когда ее хвалят и называют. Напоминают, что она красивая. Вот. Обязательно передам моей Рите, чтобы она чаще тебя хвалила и рассказывала, какая ты красивая. Но ты действительно красивая кошечка. Хорошо. Буду тебя возвращать назад, Мока, чтобы все энергии перешли на физический план. Для освоения энергии вибрации возвращаю тонкую копию Моки в ее систему биоробот-душа. Завожу. Синхронизируется, гармонизируется со всеми внутренними органами. Готово. Отлично. Я даю команду, на счет три появляется рядом вторая кошка Куциня. 1, 2, 3. Куциня стоит перед нами. Есть, вот на ней сетка. Хорошо, кошечка, мы пришли тебе помочь. И я даю команду, на счет три включая внутренний белосвет Куциня. 1, 2, 3. И она выдавливает из себя все негативные и патогены низкой вибрационной энергии, находящиеся в ее биополе. Пошел процесс. Готово. Сетка вышла? Все вышло? Носки есть. Сетка, да, вышла. Все. Так, чьи это носки? Черта. Черт, ты меня обманул? Она ленивая, я ее хотел подбодрить. А я тебя сейчас подбодрю. Черт получает 50 тысяч герц удар. Это тебе за обман. Из-за непонимания ситуации, в которой ты находишься. Я тебя могу сейчас в галактическое ядро скинуть. Ты со мной решил поиграться? За кого угодно я тебя сброшу. Ты меня обманул. На ком еще ты оставил свои подключки? Ни на ком. Хорошо. Даю команду на счет три. И эти носки снимаются с кошки. 1, 2, 3. Летят в этот же шар. Готово. Открывая портал в галактическое ядро, шар с этими энергиями сеткой уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Хорошо. Как ты себя чувствуешь, Куциня? Лучше? Обижали тебя здесь, да? Она чувствует воздух нечистый здесь. Мы все почистим сегодня. И я даю команду на четыре макушку головы кошки Куцини. Начинает поступать 4 высоковибрационных потока кошачьей энергии. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Чистота и вибрации поднимается до комфортного состояния кошки. Пошел подъем.
Готов. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, как ты себя сейчас чувствуешь, кошечка? Комфортно. Отлично. Ты хочешь что-то хозяйке передать? Может, у тебя желание какое-то есть? Или тебе чего-то хочется? Она показывает, и я не пойму, что она хочет. Она показывает, что она спит. И что она хочет? Новую подушку хочет или что-то хочет? Ты хочешь новое спальное место? Уютное какое-то хочешь? Новую подушечку? Да, или... она показывает, как она старую рвет ногтями. Значит, тебе нужна новая подушечка, на которой ты лежишь. Обновленными энергиями, да, ей нужна новая. Отлично, конечно, да, там же тоже остались энергии. Тогда мы передадим хозяйке, купите, пожалуйста, кошке Куцине новую подушечку. Хорошо, будем тебя возвращать назад. Нет, она хочет, чтобы хозяйка сделала ей новую подушечку. Сама? Да. Своими руками? Да. Отлично, хорошо, я передам хозяйке, чтобы она сделала тебе своими руками подушечку. Будет выполнено. Твое пожелание. Буду тебя возвращать сейчас назад и переступлю к чистке, закрыванию порталов и чистке этого дома. Ты сказал, воздух здесь плохой, да? Она говорит, что он старый. Старый. Я все уберу сейчас. Про подушечку хорошо. Она хочет такую тонкую, не толстую. Тоненькую. Хорошо. Чтобы ей удобно было на ней. Обязательно передам. Получишь новую подушечку. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию кошки Куцини в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу каждой клеточки. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Так, черта отпускаю. Черт, больше никогда сюда не приходи. Здесь будет тебе опасно. Все понял? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта. Черт забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, бес, пошли по дому. Покажи мне портал, я их закрою, соберу тебе весь негатив. Я думаю, здесь будет очень много его. Пошли. Показывает наверх. Что там? Портал? Космический портал в зале. В зале, отлично. Внизу, в зале, открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал. Весь фантом портала, все частицы портала, все улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Идем дальше. Коридоры здесь, как, я не знаю, погреб или что-то такое там есть. Как квадрат такой. Пол? Да. И внизу, там, где этот квадрат, под этим квадратом открывая воронку в галактическое ядро, 1, 2, 3, засасывает туда этот портал, фантом портала и частицы портала уходят на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Идем дальше. Зеркало в ванной. Под зеркалом ванной внизу открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, все частицы портала, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Пошли дальше. Здесь много зеркал, и многие волнуются зеркала. В одной комнате? Нет, не в раз. Хорошо, давай тогда с зеркалами тоже сделаем. Подходи к одному зеркалу, которое волнуется, ты видишь его четко и ясно. Видишь? Открывая под ним портал в галактическое ядро, 1, 2, 3, засасывает туда этот портал, фантом портала и частицы портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Пошли ко второму зеркалу, к другим. Да. Под зеркалом открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, все частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Идем дальше. Наверху здесь стена в комнате портала, такая наклоненная стена. Понял. Под этой стеной внизу открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, частицы портала, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, опечатывая, растворяй. Готово. Идем дальше. Окно в спальне. Под окном в спальне внизу открывая воронку в галактическое ядро, засасывается туда этот портал, фантом портала и частицы портала, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, опечатывая, растворяй. Готово, все. Хорошо, ничего себе, 7 порталов. Хорошо, возвращаемся все к клетке. И клетка пустая у нас? Клетка пустая. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Эмоции, мысли и чувств. Пошел процесс. И весь спертый воздух туда, все туда идет. А что Готово. Там? Хорошо, космический большой? Большой, второй большой. Хорошо, под космическим открывая воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, опечатывая, растворяя. И этот шар с эмоциональными энергиями без забираешь. Да.
Отправляю бис. Готово. Отлично. Хорошо. Я здесь все буду закрывать, поэтому больше не приходи. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово.